Пусть горячие волны текут за женой. Я почти обошел. Принимай тебя внутривенно. Мне не нужно ни будущих, ни настоящих времен. Я хочу быть с тобой. Никто не попросит процентов. Косолапо покравшись, не хлопнет тебя по плечу. Мы не знаем, что делаем. Так что ж, наслаждайся моментом. Я попомню, хочу тебя. Я другие не хочу. Я хочу быть с тобой. Мы слишком старательно мыслим, избегая последствий, не зная ни смыслов, ни слов. Мы и так пропустили слишком много прекрасного в жизни, испугавшись сближения разных ветвей языков. Так поцелуй меня нежно, чтоб вовсе не смело оторваться, чтоб под платье мешает. Я счастье свое и печаль, чтоб исчезла седая доска метростроевских станций, чтобы музыка стала иначе, как я тише звучать. Я хочу быть с тобой. Пока что группу представлю. Ребят, давайте хлопать. У нас, значит, сегодня открывала ноты и героически по ним играла Алена Юрченко. Вот. На духовых великий несравненный Тимофей Лиховский. Да, значит, на басу, как обычно, с 94-го года дядя Миша Гусман. Вот. Прошу любить и жаловать. Чепчики, воздух, все прочее. Вот, на гитаре, на вокале я, ну и вроде я автор всех песен, которые сегодня звучали, если ничего не понимаю. Да ты гонишь! Ну да, вроде как получилось вот так само, да. Группа «Происшествия» играет с 94-го года. Вот, одних радует, других раздражает. Ну, в общем, мы пытаемся делать свое дело, несмотря ни на что, даже если мы ни хрена не репетировали, как сегодня. А вот, ну, в общем, я думаю, что все равно все получилось довольно неплохо. А сейчас мы сыграем песню, которую не играли хрен знает сколько лет. Вот, Алене мы забыли показать аккорды, поэтому Алена ее играть не будет. Тимохе мы тоже забыли показать аккорды, но Тимоха, в принципе, обычно справляется без аккордов, да. А на чем я обычно играю, конечно? На кларнете. Да, ну, слова Миша вроде помнит, а там поддержим, что ли. Прошу аплодисментов за смелость. Это будет сейчас действительно большой подвиг с нашей стороны. Раз, два, три, четыре. Все нормально? Мы его, кажется, транспонировали, а я и забыл. Раз, два, три, четыре. Сергей Есенин.
мы пошли по улице Тверской, а там парнишка клеит объявление. Он оказался Володей Маяковским. Я понял, это же без лишних объяснений. А тут подходит Боря Пастернак и говорит: «Миш, пойдем со мной в трактир». А в кабаке какой-то бордель не сообщил, что отдыхаю в квартире. А мое имя Сергей Есенин. Мое имя Сергей Есенин. Мое имя Сергей Есенин. А люди зовут меня Саша. Про прекрасных дам. Затем напился с Колей Гумилёвым, Ахматова ему решила бросить. Затем подрался с Митькой Мережковским, и оказался я на нежеланном госте. Ведь моё имя Сергей Есенин. Моё имя Сергей Есенин. Очнулся дома в Люсова Валеры. Он мне сказал, что я был шибко пьян. Затем мы пили и опять без меры. А целый губ сказал, мол, видно по глазам. Меня стебали братья Соловьёвы, а Богословский просто дал по голове. Макс Волошин пожалел мое здоровье, отвез меня домой. А я что мое имя Сергей Есенин. Мое имя Сергей Есенин. Мое имя Сергей Есенин. А люди зовут меня Саша Мо. А мое имя Сергей. Спасибо! Ну, в общем, на этом происшествие все. В следующий раз мы играем 18-го в Арт-Избе, наверное, да, Фионушка? Да. Окей. 18-го в Арт-Избе, 20-го в Массолите и 21-го в археологии на Никофесте. В общем, короче, да, начинается трудовая страда. Фиона, иди сюда, короче.